Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет распаковка с Валберес и покупки с Доброцен. Давайте начнем, наверное, с Доброцен. Ну, постоянная моя покупочка. Это вот такие вот прокладочки ежедневки. Нравится 100 штук, в принципе, нормально. Дальше взяла себе тыквенных семечек. Вот такие вот, одну себе, одну домой взяла. И вот такие вот еще тыквенные семечки. Тоже такие ни разу не брала. Вот эти брала, очень понравились, очень вкусные. И вот такие вот взяла на пробу. Не знаю, нормально, ненормально будет. Но вот попробуем. Дальше заказ с Валберес. Заказывала у меня, закончилась база под макияж. Заказала свою постоянную базу, которую покупаю всегда ее. Как бы по качеству она мне нравится. Ну, многие ее знают, но сейчас все равно распечатаю, покажу, потому что они разных расцветок есть. Я беру всегда одну и ту же базу, мне как бы она нравится, и мне она подходит. Вот такая вот. Мусор сразу убираем. Вот такая вот обычная база под макияж. Дальше заказала набор полотенец. Стоило недорого. Ну, цены, как вы знаете, я буду прикреплять здесь, по которым именно я брала. Но, как вы знаете, цены там меняются. Поэтому вот так вот. Это набор разного размера полотенчики. Вот самое маленькое. Небольшое, маленькое такое полотенчико. Они махровенькие, такие нежные. Тут этикетки нет, надписи нету. Вот такие вот полотенчики. Одно такое полотенце, одно побольше, но длина у него тоже такая, рисунок у всех одинаковый, и одно самое большое. Полностью его разворачивать не буду, но вот видите, вот оно тут сложено. Оно тоненькое, такое приятное, нежное к телу. Расцветки там, ребята, есть разные. Я взяла та, которая мне понравилась, желтый цвет, очень красиво. И очень мягкие полотенчики. Так, пакетик отсюда пока уберу. Дальше, что я заказала на лето? Заказала футболку. Не футболку, майку. У меня такая уже майка есть, только черная. Мне понравилась по качеству. Вот с таким рисунком. На мне такая же футболка, майка. Это размер 46. Вот такая вот женская майка. Стоила 200 с чем-то, по-моему. Точно не помню сейчас, но цену напишу. Дальше еще одну видала по скидке. Тоже там именно у этого продавца была распродажа. Еще одну майку увидала и купила. Она такая, знаете, она не черная, она темно-синяя. И вот с таким вот рисуночком ляпистым. Маечка тоже размер... Сейчас покажу, 46. Они мне как раз, я брала уже такого качества. Но эти даже чуть-чуть большеваты. Я брала тогда 44, она мне была прям идеально. Дальше, ребят, заказала себе на лето. Юбку я не очень люблю носить, поэтому я заказала себе шорты-юбку на лето. Вот в таком чехольчике идет в него в комплекте. И вот сами шорты-юбка. Вот такая вот идет. Вот такие вот шорты, юбка. Они, видите, широкие. И вот они шортиками идут. Качество хорошее. Мне понравилось. Я заказывала два размера. 48 и 46. Себе оставила 46 размер. Они мне стали хорошо. Поэтому вот оставила себе такой широкая резиночка. И очень понравились. Тянутся очень хорошо. Потом как-нибудь примерю и на себе покажу. И последний заказ, то, что я заказала, это нижнее белье. К нижнему белью тут положили в подарок консилер. Но все эти консилеры знают, многие заказывали. И вот такой вот расцветочки. Вот такие вот плавочки уже брала. Понравились. И девчонкам своим брала. Вот такие вот кружевчатые плавочки. Как показать-то вот так вот. Расцветки разные. Бирюзовые, коричневые, белые, темно-бордовые, серенькие, красные и синие. В комплекте 7 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стоит тоже недорого. Ссылочку оставлю. Вот такой вот, ребят, у меня был небольшой заказ. Пишите в целом ваши комментарии.
Все, всем желаю всего самого хорошего. Если артикулы надо будет, напишите, я вам дам на определенную вещь, которую я брала на артикул. Всем говорю пока-пока. Девочки, всем привет. Пришел заказ с Валберес. Также заходила в аптеку и в магазин. Покажу, давайте вот с этого. Заходила в магазин, у меня закончились влажные салфетки. Взяла вот такие вот Аура. 79 рублей, по-моему, они. И увидала еще вот такую вот губку для мытья посуды. 39 рублей за штучку. С одной стороны она шершавая, с другой стороны губка идет. Ну, попробуем, помоем, посмотрим, что получится. Дальше, это последнюю очередь покажу. Заходила в аптеку, так как мне сделали операцию. Мне надо было перевязочные материалы кое-какие. У меня бинты, все это есть. Мне надо было лейкопластырь. Я взяла вот такой вот лейкопластырь. Сейчас даже по стоимости скажу, что он. Так, 52 рубля такой лейкопластырь. И вот такие вот взяла. С другой стороны у меня там длинный шов. И получается вот по размеру, вот он. Видите, вот размер лейкопластыря самого. Этот стоит 36 рублей за одну штучку. Я пока 3 штуки взяла, потом еще возьму. Ну вот это мне все для перевязки надо, для своей ноги. Что могу сказать? Операция прошла нормально, но пока не радует то, что шов немножко кровит. А в целом нормально. Дальше. Заказала крючки. Комнату, чтобы... Ой, не могу открыть. Чтобы делать... Ну, вешать полотенце где-то что-то. Короче, сейчас подождите секундочку, распакую, покажу. Так, вот такие вот крючки, они очень крепко крепятся хорошо. Брала уже такие, понравились. Где-то полотенчик повесить, где-то еще что-то. Набор 10 штучек. Артикул прикреплю, как всегда. По-моему, 10 штучек. Ну, не знаю, тут. Вот такой вот. А, кстати, в магазин еще заходила, вот такую щеточку взяла, тоже 39 рублей. Недорогая. И дальше у меня сегодня, когда я снимаю, через пару дней, короче, через 2 дня у моего ребенка день рождения. И я ей заказала подарок. Вот это вот все один набор. Вот это вот в подарок положили. Тут резиночки и скитерсы. Ну, короче, какие-то наклейки или что, магнитовские. Вот такой вот подарок положили. И что идет в наборе? Ну, давайте начнем вот с этого. Так как я в Валбересе это проверяла. Все знают, что Оксаночка у меня любит единорожков. И их любит детскую косметику. Я ей заказала вот такой вот наборчик с детской косметикой. Тут вот зеркальце идет, видите. И вот такие вот тени, блеск для губ и 2 лака. И вот такие вот разные тенюшки. Должно ребенку, надеюсь, понравиться. Она любит все такое. И в этом же наборе идет вот такой вот еще набор. С разными резиночками. Я не открывала, не смотрела фотографию, как должно выглядеть, я вам вставлю. И вот такая вот коробочка идет. И сейчас посмотрим, что здесь есть. Заколочки, скрабики, резиночки. Резиночки такие еще. Такие резиночки. И такие, а пружины резиночки еще должны быть в комплекте. Вот видите, одних уже нету резиночек. Должны быть пружинистые такие, знаете, резинки для волос. Их вот не было. Нормально. Вот отзыв как раз такой напишу. Я его не стала там проверять. Ну, вот такой вот наборчик. Надеюсь, дочь моей понравится. Она как-то мне показывала, что хотит такой наборчик. Вот взяла я на день рождения вот такой наборчик. Напишите, что считаете. Вот. Всем желаю всего самого хорошего. Артикулы на все, ну, вот на этот заказ постараюсь ставить. И на крючки тоже. С Валберса больше у меня ничего не было. Поэтому всем желаю всего самого хорошего. Всем желаю крепкого здоровья. Всем говорю пока-пока.